Добрый день, меня зовут Сарма. Здравствуйте, друзья, меня зовут Айварс. Мы оба родились и выросли в очень маленькой, но очень красивой стране, в Латвии. Но последние 13 лет мы проживаем в Ирландии. Я до Herbalife была простым торговым работником. А я был просто столяром. Вы знаете, но всегда как-то меня интересовала перспектива роста, какие-то возможности, то есть возможность жить лучше. Но случилось так, что моя деятельность торговая закончилась почти банкротством, и Айвер свое предприятие тоже закрыл. И вы знаете, совсем случайный звонок нас привел в Herbalife. Как-то сначала мы для себя не увидели возможности бизнеса, но шаг за шагом, посещая мероприятия, смотря на успех, слыша истории других людей, мы как-то вовлеклись в этот процесс и начала строиться наша команда, наш бизнес. Прошло ровно 20 лет. Я торговый работник Айвер Столяр. Сегодня мы в президентской команде. Невероятно, ребят! Но хочу сказать, знаете, мы пришли к таким интересным выводам, что в этой жизни и в Herbalife в том числе иногда мы встаем, иногда поднимаемся, иногда мы падаем, но это не самое главное. Самое главное, если мы спотыкнулись, сколько раз мы смогли встать. И еще хочу сказать, даже скорость не имеет никакого значения. Самое главное в этом деле – это сама дорога и то, какими людьми мы становимся, идя по этой дороге. И в конце хочу вам сказать, неважно, что мы уже достигаем, но самое главное, запомните, всегда есть следующий шаг. И мы вместе с Айвером хотим вам пожелать... Друзья, будьте здоровы, счастливы и успешны. До встречи! До встречи!